Здравствуйте, друзья! Сегодня я познакомлю вас с игрой Farming Simulator 2013. Как, в общем, понятно из названия, игрушка представляет из себя симулятор фермерства. Я уже пару лет назад играл в проект этого же разработчика, назывался он Demolition Company, поэтому я примерно, к сожалению, представляю себе, чего можно ожидать от этой игры. Вот если сказать про Demolition Company, то в двух словах это было примерно так. Обещали, что это своего рода симулятор компании, которая специализируется на сносе построек. Я подумал, что это даже представляет определенные интересы, можно получить от этого некоторую долю фана. И вначале даже ничего не предвещало. Вот. Когда я запустил игру, выбрал миссию, сейчас точно не помню, как это там происходило. Там различные, скажем так, агрегаты для сноса зданий, там есть экскаваторы, там тракторы и прочие краны с такими, знаете, с железными чушками, или, честно говоря, просто не знаю, как они называются, для того, чтобы так размахнуться и ударить по стене, допустим. Мне было даже интересно там найти так называемое ключевое место кладки, куда можно было бы ударить разок, а потом все сломается. Но через 5 минут удовольствия от сноса здания я понял, что, оказывается, 5 минут мы здание сносим, а потом полчаса мы за собой убираем. Вот примерно когда я это осознал, в тот самый момент мое общение с этой игрой закончилось. Вот я полагаю, что с Farming Simulator что-то подобное нас ожидает. Я вот здесь уже заходил в модификацию. Я сейчас пока найду тут карьеру. Так, карьера. Что? Давайте средний, какая уж разница-то. Мы комбайнеры бывалые, обучение проходить не будем. Так, вот пока идет загрузка, я расскажу, что для игры есть модификации. Если вы прям в главном меню нажмете на пункт модификации, то вас выбросит в ваш браузер на специальный сайт, где, по-моему, даже чуть ли не все бесплатно, можно скачать новые объекты для игры, там кустики, цистерночки, даже определенную технику, там некие прицепы, там канистры и прочее. То есть те, кто этим заинтересуется, в общем, может, наверное, даже получить удовольствие от выбора модификации, установки и использования. Так, начнем игру. Так, посмотрим, что, где. Я хочу уже комбайн какой-нибудь. Вот. О, мы человеком идем. Добро пожаловать. Идите по дорожке налево. По какой дорожке? Давайте по этой пойдем. Пойдем по дорожке налево. О, вон, я вижу комбайн. 6:40 утра. Сразу после дойки наш фермер идет вспахивать поля. Вот там какой-то еще вопросик, но нас он не интересует. Нас интересует побыстрее залезть в комбайн, чтобы попытаться от этого Farming Simulator получить как можно больше фана, прежде чем нас заставят убирать за собой. О, автомобильчики. Есть идея. Так, как же, как в тебя залезть? Прицепить. Клавиша Q, прицепить. Отцеплять. Ага. О, подняли, опустили. Да? А, во, подняли. Давай. Так. Что? Ну-ка. Не понимаю пока. Ну ладно, черт с тобой. Поехали. Фахр. Наверняка они еще и как-нибудь там все из себя такие правильные, соответствующие реальным единицам техники. Это же все-таки Farming Simulator. Сейчас нет. Ну вот это нам совершенно не интересно. Мы поедем на дорогу. Хотя нет, давайте сначала научимся, может. А то если... Ой, как он медленно назад сдает. Так. Ну давай. Давай, так. Давай, М66. Ничего не понимаю. А, вот, тут же что-то есть. Вызвать работника. Ну-ка.
О! Так, 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 так. Не понимаю. Так, включить уборочную машину. Б. А, аж, наверное, это мы вместо себя, типа, сажаем работника. О, тут есть горючее даже. Не ездите слишком быстро. Скоростной режим 2. Да мне все равно. Почему не убирает ничего? Ну-ка, если аж нажать. Не, отлично. Я же то же самое делал. Вы что? Выставить трубу. Ого. Б. Давай. О! Сейчас, знаете, такая должна быть музыка, как из «Ну, погоди». Когда... А, я еду слишком быстро. Да и черт с ним, поехали дорогу вспахивать. Не, давайте дерево. В дерево. Интересно, модель разрушения. Давай, в дерево. Сначала просто в дерево въедем. Так, ничего, понятно. Я разочарован. Так, ну ладно. Поехали дорогу вспахивать. Хотя это же не вспашка, это уборка уже. Я думаю, те, кто знаком с терминологией, меня простят, как городского жителя. Интересно, как-нибудь можно убрать вот эти... Ой, да зачем? Не то нажал, случайно. Выставить трубу, выставляй, я хочу с трубой ехать. Так, выставить трубу. Автомобили. Вот, давай сюда. Давай. Так. А, жаль, ничего не увидим. Так, ого. Так. Вот это уже... Дети, не смотрите. Поднять жатку. А что если вызвать работника? Он сможет справиться с этой ситуацией? Работник тоже не справляется. Ну ладно, давайте начнем продолжить. Что можно? Почему никак нельзя там возобновить? О, что это такое? Продать. У нас еще бюджет есть фермерский. Как из тебя вылезти? О, все, вылез. Так, о, отдавай мне машину. Ого, да. Интересно, что это он перевозит такое, что аж весь автомобиль наполнился. И у этого тоже. Они все везут что-то жидкое. Так, посмотрим. Может, здесь есть какой-нибудь самолетик. Мы тут поопрыскиваем поля. Сомневаюсь, конечно, тут наверняка одни только трактор и прочее. И надеюсь, у нас там не один трактор был, который я на дороге оставил. О, вот еще один. Так, о. Так, 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 так. Цистерна. Да фиг с ними, с подсказками. Че, мы так не разберемся, что ли? Давай. Так. Давай, сдай назад. Сдай назад. Цепляй. Цепляй. Так, аккуратно. Хорошо. Давай вперед. Тихо, тихо. Так. Опустить культиватор. А чё? Во, прицепить. Ку. Чё это такое прицепить? Противовес, наверное, какой-то. Нифига себе. Во, вот это я понимаю скорость. Ща... Так, давай. Ого, ого, сейчас мы тут закультивируем. Так, выбрать другое приспособление. G. Опустить культиватор. Давай, культивируй. Почему отпустил? Подлец. Опустить культиватор. Давай, культивируй. Nice. Дрифт. Куда, что такое? Чё крепление-то такое плохое?
Так, давай задний ход, так, спокойно. Сейчас я еще и не найду. Черт, из меня водитель, конечно. Так, аккуратно. Давай цепляй. А ладно, черт с ним. Противовес есть, сейчас мы им поедем автомобили разгонять. Вот, сейчас прямой наводкой. О, автомобили-то исчезли. Давай. ДТП. Бах. Найс. Разлетаются, как резиновые. Что-то он прицепился, что ли, ко мне? О, он смотрите-ка, он с солнечной батареей, судя по всему. О, я тебя догоню. Нет, я тебя не догоню. Или догоню. Давай. Я срежу. Давай. Через ограду. Да чтоб тебе. Ну как? Ну это как вот тут? Ну что? Что-нибудь отцепить можно? Так. F, G. Так, без противовеса наверняка лучше будет. Ну я устроил ДТП. В город сбегать? Побежали в город, сбегаем. Уже 7:20, черт. Опаздываю. Работа-то еще, полон рот. Так, о, давайте-ка под машину бросимся. Машина. Кстати, а интересно проверить, знаете, вот мы сейчас нападем на кого-нибудь. Так. Человек. Как он идет, а? Какой походняк. Так, давай. Давай. Самоубийство. Оп. Чёртовы воспитанные водители. Остановился прямо передо мной. Так. Пойдем сюда. Агрола. Заправка. Там какие-то... О! Вот это комбайн. Да. Да, детка. Да. Это будет мой комбайн. Чё тут за подсказка такая? Так, фермерский магазин. А, то есть здесь покупать надо? Я-то думал, я украсть смогу. Продать технику напрямую. Чтобы продать... А, это мне нужно на технике подъехать. Проверить состояние финансов. Что у нас с... Ой-ой-ой-ой-ой. Взять кредит. Давай закредитуемся. Черт. Поле для гольфа. Принять что? Ух ты, мини-карта прям. Навигатор. Я хочу крутой комбайн. Это муляж! Не, ну это вообще нормально. Так. О, изменить масштаб карты. 9. Да какая мне разница? Следующий экран. 1 или И? Чё это? Чё ж какая-то? А как его закрыть вообще? А, во, сейчас. Так, открыть меню магазина. Я хочу какой-нибудь громадный такой... коров. Так, статичные объекты. Это улей. Ничего себе, чтобы я так жил. Такие ульи. Теплица. Солнечная батарея. Ветряк. Миллион. Модификации. Вот, техника пошла. То, что нужно. Сколько у нас финансов? 113. Черт возьми, ничего не купить. А сколько стоят самые модные? Вот эти монстры. Вот этот гусеничный танк. Тракторы. Фронтальные погрузчики. О, да. Что это? Так. По типу... Ничего не понятно. Если бы я еще разбирался в этой технике. Прицепы какие-то. Издалека вообще на микросхемы похоже. Плуг... Вот. Это плуг. Беру. Так, и какой-нибудь там
Трактор какой-нибудь. Че себе, сколько... Сколько всего, а? Какой-нибудь есть тут что-нибудь? Бёрер, давай бёрер. Назад. Так, где мой товар? Где мой бёрер с плугом? Вот они, родимые. И это что мне? Ну я ж сейчас снова плуг не смогу прицепить. Блин. Сесть. Его как цеплять? Давай езжай. Как тебя прицепить-то? Тихо-тихо разогнался. Спокойно. К чему ты цепляешься-то? Наверное, вот здесь вот. Вот здесь, наверное. Так, как вы меня туда... А, это ладно, кого я обманываю? Сейчас буду 15 минут пытаться. Человека лучше раздавлю. А где же реализм? Это же симулятор. Нормально, то есть, значит, как бы травку можно косить, а человека скосить нельзя. Да чтоб тебя. Ну давай уже, давай. Все, сейчас немножко проедемся и будем уже закругляться потихоньку, я думаю. Очень жаль, знаете, вот я... Очень не хватает модели разрушения. Я бы, например, с удовольствием скосил там какую-нибудь теплицу, там... пару автомобилей, еще что-нибудь там. 40. Вот у него 40 написано, а едем 41. Превышает. Так, что? Поля. Степь да степь кругом. Можно посмотреть, вот, полюбоваться. Чудесно. Интересно, вот если сейчас так резко завернуть, так резко повернуть. Оп, занос. Нет, не упадет. Что ж, я думаю, на этом демонстрацию геймплея Farming Simulator 2013 можно закончить. Каждый уважающий себя фермер и комбайнер наверняка этим проектом заинтересуются. Как его приобрести, я думаю, все знают. Как спиратить, тоже вас учить наверняка не нужно. Спасибо за просмотр, подписывайтесь на канал, оставляйте комментарии и лайки. Спасибо.